fields. Мы чуть-чуть опоздали, буквально 10 минут. Как они летели как-то по космическому вот так вот. Я что-то растерялся. Что-то растерялся немного. Всем доброе утро. Мы в кукурузе. Решили утряночку тут провести. Ну не знаю, будут сегодня утки летать крековые. Пока только черки летают. Это мы были во вторник здесь вечером, а сейчас суббота утром. Несколько дней прошло, может, утка отдохнула. По всей видимости, черки, по крайней мере, пока летают. Сегодня я ничего не забыл. Взял маночек, камеру, вот даже чучела прихватил, раскинул тут. Думаю, может, они будут помогать. Ну, пока по этим реактивным черкам особо попадать не получается. Одного сбили. Самого пока подходили. Ну, можно сказать, где-то на минут 10-15 можно было раньше прийти, но и то мы где-то за полчаса до восхода солнца, еще солнце даже не поднялось, вот за горизонт светит. Попробуем, я думаю, что тогда получится. Вот полетел черочек еще один. Чива, как всегда, на страже порядка. Сейчас должен быть самый лед с рассветом. Было бы стрелять уже. Может, кто-нибудь сюда уже подлети. Мимо. Почему мимо, непонятно. Ищи тут. Ищи чё. Ищи. Молодец, принеси. Дай. Молодец. Кукурузы, листья, кончик прям в глаз. Как вкусно, больно, капец, да. Блин, насыпало идет. Все равно полетел. Блин. Из ниоткуда прилетают. Это вообще сели. Уже по сидящему стрелял, я сыпал. Но ни одной дробины не попало. Сколько тут? 30 метров. Как-то не складывается стрельба, охота.
Слева, с твоей стороны. Это кряка уже. Она там села, вот за этим. Попробую сейчас подойти. Далековато. Вот и кряку увидели. Правда, не налетело, но почти. Когда там пролетали, то, в принципе, нужно было и попробовать. Но я думал, может еще крутануть на чучела. Хоть мамочек покрякаю. Черки из ниоткуда налетают, даже не успеваешь по ним не то что стрельнуть, а даже ружье поднять. Короче, наверное, поедем сейчас, а лучше вечером сюда приедем, потому что лета нету, кряковая вообще не летит. Возможно, вечером что-то тут будет поинтересней. Еще до того, как солнце встало, то летали черки хорошо, но я, конечно, стрелок по черкам. Как выяснилось, так себе. С подхода намного легче стрелять. Они когда еще летят высоко, они более-менее прямо летят. А когда они уже планируют на посадку, они совсем, блин, вот так вот. Вот так вот. Короче, оправдываюсь, Mozilla. Не все ж попадать. Чучела, кстати, мои, ну, все не брал. Сколько тут штук? 12, наверное. Ну, больше 10. Заказать их можно на чучелауток.рф. Скажите, что от меня, там вам сделают скидочку, я думаю, небольшую. Это бюджетные чучела, наверное, одни из самых дешевых, ну, рабочие, как в прошлом году выяснилось. Утка, в принципе, очень нормально на них летела, можете старые видео посмотреть, ну, там с Димоном, я сам было, поехал на озеро, 10 сбил, а сколько промазал. Ну, нормально. Маночек, всегда спрашивайте, если с манком охочусь. Это Кетнер, делает его дедушка Кетнер, мастер. Но я считаю, что манок стоит покупать как бы нормальный сразу, если вот вы выбираете манок самый бюджетный от Бака Гарднера, может Double Nasty, и, ну, и выше смотрите. Если учиться, так сразу на нормальном каком-то манке, а потом уже когда научитесь, то уже там себе что-то подберете, потому что на каких-то там супер дешевых манках, ну, не научитесь нормально манить, надо все-таки, чтобы инструмент был более-менее. И практика, практика, надо постоянно тренироваться, тренироваться и разрабатывать выдув, потому что физиология человека не предполагает такой выдув, какой требуется манку. И потом уже сможете и... Сначала тренируете обычный кряк, а потом просто кряк, когда научитесь крякать, просто пытаетесь чаще, 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 и уже получится и осадки, и все что угодно. Нужно понять саму технику выдува. Вот на канале Андрей Кетнер, производителя, вот он, у него там очень много видео именно обучающих, как натренировать себя выдуву. Ну, зайдите, посмотрите. Это не то, что реклама, я этот манок купил. Мне он, в принципе, очень нравится. Весной... Блин, вообще такое удовольствие испытал, когда охотился.
весной просто с чучелом. Конечно, с подсадной тоже она крякает, селезень налетает, но когда ты с манком, сам вот селезень летит, ты ему... И он прям уже вот так вот летит. Это, конечно, непередаваемое ощущение. А сегодня кряковая не летела, поэтому и чучела как бы не сработали, и манок не сработал. Только две кряковых мы видели. Ну, я думаю, может, вечером нам повезет, и мы добудем кряку. Смотри, наворачиваем. Он покрякал и развернулась. Только высоко очень. Блин, жопу в воду засунул. Я его вот-вот низко же лишу. Блин. Блин, сел жопой в воду. В принципе, летели. И вот покрякал, и они навернули. И залетели. Ну, высоковато. Ну, в принципе, по второй можно было бы. Голову не сел. Принеси. Чего? Принеси, принеси. Давай, принеси. Чего? Сразу две хочет взять. Сразу две. Давай, принеси, принеси. Принеси. Давай, давай. Молодец, молодец. Давай, неси сюда. Вечерка, но уже получается следующего дня. Вчера мы сюда не поехали, хотя хотели. Поехали в другое место, но это уже другое видео вы посмотрите. Тогда были утром только черки, кряковых практически не было, было только две. Будем надеяться, что прилетит кряковая, хочется по кряковой пострелять. Заходят, во, во, во. Бля, этих я пропустил. О, еще один. Ага. Блин, далековато. Что?
по кучке хорошо стрельнет. По боковой. Вот эти? Так я за ними слежу. Слежу, пока не зайдут хорошо. Красиво. Чтоб было. Ко мне, ко мне! Принеси! Я все думал, они, может, боковыми будут над этой крутить. Знаешь. Сейчас попробовать. Ко мне, ко мне, ко мне. Иди сюда. На место. Каким ты одеколоном-то пользуешься? Оз. Алоэ, по-моему. Алоэ и ромашка. Далеко. Что, полетели, что ли? Прикинь, опять посидячий стрельнул и не попал. Ну, то есть, не то, что не попал, а осыпало и полетело. А, вон сел. Чё? Там, там. Там, 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 там. Вперед, 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 там, там, там. Над тобой сердце. Вечерочка, это тоже результат. Клево. Ну вот, лёта было буквально тут 5 минут. Удалось выбить 3 черочка. У всех 4.
Один раз вообще я стрелял по сидячим, это непонятно. Как он полетел? Хотя и... О, кулики. О, смотри, куда. Ну вот наша сегодняшняя вечерняя добыча. 4 чурочка. Ну и то хорошо. Немножко стрельба хромает у меня последнее время. Последние две охоты. Ну ничего страшного, будем подтягивать. Чем больше стреляешь, тем лучше начинаешь стрелять. Проверено. В итоге кряковая так и не прилетела. Видно, хватило ей одной охоты ее напугать. И вот так, парочку мы видели, ну так, вдалеке, то есть, ну сюда больше она не шла. Ну, в целом, охота была интересная. По черкам стрелять интереснее, тяжелее, чем по утке. Особенно, когда они, ну, на подлете где-то начинают вот свои вот эти виражи выделывать. Тяжело по ним попадать. Ну, вот удалось нам добыть 4 штучки. Правда, 2 я стрельнул сидячего. Еще по одному сидячему стрелял, но почему-то он полетел. Странно даже как-то. Вот такая вот охота. Я думаю, что дальше будет интересней. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях. А мы будем скубать черочков. Вкуснейших. Поехали, Чива.